Всем еще раз добрый день. По-прежнему в Лазаревской, никуда я не выезжал. И вот решил сегодня пройтись еще раз по центру, где я ходил буквально несколько часов назад, можно сказать, ночью, и показывал, как все было в снегу. По-прежнему снег еще остался, не все растаяло, но, как видите, брусчаточка уже чистая и практически сухая. На клумбах, тем не менее, остался снежок и цветная капуста по-прежнему. Хотя, говорят, это много снега, много хлеба. Видимо, в этом году в Лазаревской будет много капусты. Видите, удачно получилось. Солнце сегодня выходило целый день, я снимал много-много роликов. Много-много, но, блин, некоторые из них пропали. Я не знаю почему. Было очень обидно, особенно тот, который был снят рано-рано утром с помощью ЖИКа. Так уж получилось. Даже обидно. Ну ничего, у вас будут другие, ряд других видео. В том числе ЖИК пролетал даже сюда. Показывал вот эти вот пимпочки красные, прикольные. Я называю любимые. Вот видите, с этой стороны, там где солнце чуть-чуть побольше, цветочки оттаяли, соответственно, чуть-чуть побольше. Но в любом случае это все ненадолго, товарищи. Так что снег у нас лежит не очень долго. Будем надеяться, что сегодня будет хороший закат. Обязательно пойду попытаюсь счастья. Вам хотел показать, вот как у нас все происходит. Выпал снег. В принципе, я так полагаю, что миссию я свою выполнил. Можно уже потихоньку ехать домой, выкладывать вам ролики. Те, которые остались. Ну, кое-какие бы остались, не переживайте. Без ролика вы точно не обойдете, не останетесь, там их даже много. Сегодня я даже все не выложу, скорее всего, да большая часть завтра будет. Олени немножко расслабились, снег увидели, хоть такой он бывает на самом деле. Лазаревские олени такие вот бесснежные. Ну а я уже отправляюсь к своему автомобилю. Всем вам говорю до свидания. Вот такой вот коротенький ролик получился у нас. Зато вы знаете, как теперь, что... О, там уже зеленый, говорит, а я вот еле иду. Все, всем пока.